Всем привет, мы продолжаем. Продолжаем играть в Sims 3, полная коллекция, 5 сезон. Третья часть. После прогулки, блин, такая жарища. Душно просто вообще на улице, там правда реально сразу два градуса. Сплюсь, ты чё. Глаз сплю, кого-нибудь, сходи, никак не достал. Хорошо. Блин, я просто поражаюсь буквально в смысле в том, что снаружи такая же жарища. Пиздец. Серьезно. Ну точно я не знаю, сколько серий будет в этом как раз, если я делаю по часу, да? Каждой серии. Ну, не всегда будет ровно час, просто почти до часа будет так. Но это там, что предыдущая часть, там просто за него, за то, что, ну, вначале, там за него просто из-за строения, поэтому так получилось там таким образом на час. Так, по поводу... Я не хочу. Почти дорисовал. Так, мы пока что пока играем, как всегда, как обычно. Так, а что я еще хотел сказать-то? Я уже забыл, что хотел. Так задумался, что даже вообще забыл, что хотел. Правда. Так, у нас пока что продолжается пока так контролировать таким образом, и естественно у нас будут дети. А как же. После этого вперед в будущее, наверное, будем играть за ребенка, будем в будущем играть. Скорее всего, это на новом канале, который... Ну, сейчас пока там не будет по ней игры, да, Sims 3. Мы по ней вернемся только тогда, после нескольких игр тогда доделаю, то есть выпущу новые, которые на новом канале. Потому что только там мы вновь вернемся по Sims 3 полной коллекции. Это будет то же самое, что и здесь, у нас на одном канале, но только продолжение, в смысле, за ребенка будем играть. Который ребенок, сын или дочка, в будущем будет. А пока что у нас пока нет никого. Нет, родится, конечно, ребенок, но еще неизвестно, кто будет именно. Рождение ребенка Жанне легче. Дома или в больнице. Отправить в больницу. Уже
Рода есть. Ха-ха. Лег спать, конечно. Но это же Sims 3, ребят, это тебе не Sims 4. Это со семьей прям. Фига себе больничка на новой карте. Прикольно. Так, немножко сейчас поправлю, чтобы было так ровно. Так. Интересно, кто же родится? Мальчик или девочка? Поздравляю с рождением мальчика. У нас и мальчик родился. Как же назвать мальчика? Пусть будет Алекс. А, на английском, извиняюсь. Алекс просто. Даже уютный. О, у нас. Художник будет. Глаз. Вот теперь ребенок родился. Нормально, так. Это у нас мальчик. Набалаши. Мальчик Алекс. Нужен этот, как его, для малыша. Да, для малыша. Детская мебель. Кроватка. Для мужа.
Накиби лала. А, да, это тебе не Sims 4, я немножко, ребят, забыл. Она уже будет такая, потом опять Мау, то есть она вернется, только тогда мы купим вот этот какой эликсир Мау, то есть. Гранк. Чимака! Он вернулся обратно к молодым. Галаша! Жена станет золотой. А, нет, почему бы и нет? Ой. А почему бы нет? Пусть будет взрослый. Потом это... Еще раз купим тортик. А, теса исполняется. Так, душ. Туалет будешь. Мне надо еще поспать, но ты... день рождения ребенка. Подожди секундочку, а мы его так, так. Сейчас возьмем этот как вот тортик. Муа.
Ну, просто немножко, ребята, мы делаем так, потому что мы ускоряемся. Ускоряемся, ускоряемся, ускоряемся. И... Конечно, не дешево. Так, стоять, вот так, так. Так, забыть свечи. Забыть свечи. Нет, душ, туалет. И спать. Положить кроватку. Нет, нет, сама спать. Так. Просто нельзя сделать так, как хотелось бы. Ты что делаешь, а? А, уже там побывал. Safoosh. Arsglob Minivkava. Soup. Papa Wolf. Oh, body nerd. Waka. Ты что встал? Давай пиздюхай домой, сука. Охереть. Иди нахуй. Блять, пиздец. Ша-ду-ду-ду. Chiba Lord. La Fuiba Tu. So so nubu. Блин, смотри, я просто не успеваю. Серьезно. Еще пришла, пошла нахер отсюда. Я реально просто не успеваю. Пошла отсюда. Мы тебе не рады. Блин, просто так немножко тяжеловато. Управление таким образом. Так, задуть свечи. Да. Да, уже. Вас и становится. Молец.
просто немножко таким образом вырос. Ну вот и все, а теперь уже вот эти кроватки там не нужны. Отлично, у нас все пока что все хорошо получилось. Ну, конечно, немножко я таким образом ускорил, да? То, что сейчас видели. Да-да, я ускорил. Так. Так, у нас пока что так все хорошо. Продолжаем, как всегда, как обычно. Теперь немножко просто ускорили процесс, чтобы ребенок вырос побыстрее. Вот так и будем пока играть. Он уже больше пока не вырастет. Но не то, что прям совсем взрослым. Но он только еще. Он только так вырос. Нет, я не туда зашел. О, у нас дева от мамы. Отец рак, а мать дева. Неудачник. Он неудачник. Доживет и неудачник художник. Вот это да. А его можно поменять, да, вот это как бы, чтобы был нормальный, буквально. Балет, кружок скотов. Yeah.
сейчас мы будем качать. Это малыша. Он даже душ не успевает сходить. Бубаглекснор нишнакият. Рош. Так, отлично. У нас теперь немножко деньги есть. Подружиться будет, будет, будет тогда ходить в школу. Будет у тебя, будет. Учиться писать можно. Все-таки получилось записывать. А, вот вот такие, тогда, тогда вот этот запишем. Yeah.
Да, смотри, такое бывает, такое все тяжело, тяжело. И все такое. Так, у нас пока что... Пока что все хорошо. Да. Так. Вроде пока все хорошо. Успеваем все такое. Так, ну что ж, друзья, я эту серию заканчиваю. В следующей части мы продолжим. Всем пока.